Так Турция никак не связана с радикалами из группировки «Исламское государство». Официально Анкара пытается опровергнуть сообщение о том, что турецкая территория якобы используется экстремистами для атак на сирийский приграничный город Кабани. В интернете появилось видео, на котором снайперы в промышленном здании с турецкой стороны стреляют по курским ополченцам, защищающимся Кабани. Ранее на турецко-сирийской границе близ Кабани были взорваны два автомобиля, начиненные взрывчаткой. Сирийская обсерватория прав человека считает, что эти машины были доставлены на границу с турецкой стороны. Чиновники в Турции уверяют, что такое невозможно. Подозрение в том, что боевики исламского государства или их автомобили используют территорию Турции, совершенно лишены оснований. Ничего такого нет. Наши границы находятся под защитой военных 24 часа в сутки. Ни при каких обстоятельствах они не могут пересечь границу. Вашингтон долгое время пытался убедить Анкару в необходимости начала наземной операции против исламского государства. В итоге президент Эрдоган выступил с довольно резким заявлением, обвинив американских союзников в наглости и безрассудстве.